Глава региона лично проверил, как идут реконструкция и облагораживание центральных скверов и парков. В сквере Дружбы, например, скоро должны запустить обновленный фонтан, который не работал последние 10 лет, и установить копию, ставшей легендарной после того, как ее убрали, скульптуры мальчика на слоне. Ну, уже пора, по-моему, закончить и забыть о том, что тут еще ремонт. Нам тоже очень хочется. Поэтому я приехал сюда, чтобы он мне пообещал, мэр, что 1 мая. 1 мая приходите. Там же у нас открытие будет. Неподалеку, в парке 30-летия Победы, Александр Ткачев прошелся по аллеям и убедился в том, что незаконные кафе и постройки, которые портят внешний вид мест отдыха, сносят по решениям суда. По пути губернатор зашел в один из супермаркетов. Там он сравнил цены на социально значимые продукты, торговая наценка на которые не должна превышать 10%. Самое главное, что социальный хлеб есть, в наличии, и оптимальная цена 20-21 рубль. Пожалуйста, если дорогие, тоже есть варианты. Но социальный должен быть всегда. Сегодня же после объезда в Краснодаре по итогам увиденного губернатор провел с городскими чиновниками крупное совещание.